Всем привет, дорогие друзья, с вами Стивен. И сегодня играем в игру под названием Game Dev Tycoon. Тоже вторая часть у нас. Давайте продолжим уже создавать наши хиты. Реально хиты. Ну и сегодня создадим транспорт. Не хочу транспорт. А, конечно же, симулятор. И уже выберем. Вот-вот. Хотя здесь есть сейчас выбираем.
Также создаем новую игру, создадим пираты. А пираты у нас будут какие-нибудь приключения. Так, приключения можно поиграть, в принципе, на G64. И можно назвать их пираты. Пираты очень важно для этого типа игры. Считается жанром приключения. Отлично. Да, это я, в принципе, знал. Хорошо, давайте исследовать. Да, опять хочу исследовать новую тематику. Да, а что если... Вот здесь мы чуть-чуть провалились, конечно. Авиа. Давайте создадим какой-нибудь авиасимулятор. Скорее, квесты, конечно, не нужны, движок. Мы не на всю ногу поднимаем, не выставляем. Потому что нужно подниматься. Так, диалоги, да, нам тут они вообще не нужны. Это я согласен. Дизайн мира должен присутствовать. Все выбирать его нельзя.
Так, все надо было создать. Хорошо, хорошо. Ладно. Создаем новую. Выбираем тематику. Да, запускаем. Да. Блин, одно и то же как бы делать. И все хорошо. Давайте попробуем ситуацию что-то сделать. Так, продолжаем. Здесь технично. Все, мы с вами прощаемся, до новых встреч, всем пока.